Ведущий отраслевой журнал «Металлоснабжение и сбыт» признал Магнитогорский металлургический комбинат лучшим российским производителем плоского проката. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал традиционный рейтинг ведущих металлургических компаний по итогам второго полугодия 2019 года. ПАО «ММК» вновь заняло первое место в рейтинге производителей листового проката. Благодаря запущенным в работу за два последних десятилетия высокопроизводительным прокатным комплексам, ориентированным на выпуск высококачественного плоского проката в наиболее маржинальных сегментах рынка, компания лидирует в производстве как горячекатанного, так и холоднокатанного проката. На долю комбината приходится треть холоднокатанной продукции в российской черной металлургии. Помимо этого, компания удерживает первое место в разделе рейтинга, посвященном производителям оцинкованного и окрашенного металла. ММК уделяет большое внимание развитию производства этих видов продукции. В настоящее время на комбинате действуют три агрегата непрерывного горячего оцинкования и два агрегата нанесения полимерных покрытий. Кроме того, в комплекс «Стана 2000» холодной прокатки входят и комбинированный агрегат непрерывного отжига горячего оцинкования и АНГЦ. Также компания лидирует на рынке белой жести. Помимо этого, в рейтинг журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам второго полугодия 2019 года вошли еще две компании группы ММК. Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК «Метиз» вошел в тройку лидеров среди производителей метизной продукции, а торговый дом ММК удерживает вторую строчку в списке лучших торговых домов металлургических комбинатов, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».